Слово «аутизм» в переводе обозначает «ушедший в себя человек». Люди с аутизмом могут обладать неограниченным интеллектуальным потенциалом, но в то же время они могут быть беспомощны в самых простых ситуациях. Сегодня мы расскажем вам об особенном мальчике Толе, который, несмотря ни на что, успешно осваивает новые технологии, очень любит фотографировать и помогает делать монтаж детских мультфильмов. Он потихоньку учится и имеет свои успехи. Пожелаем ему, его родным и близким успехов в его увлечениях.